На стадионе школы номер 8 собрались желающие освоить приемы самообороны. Обучал жителей трехкратный чемпион России по кунг-фу Владислав Нерозя. Занятие началось с разминки, а после мастер показывал, как необходимо действовать в опасных ситуациях, как можно эффектно уйти от захвата злоумышленника, как не допустить броска на прогиб и многое другое. Что я могу сделать? Как только я почувствовал вот это все дело, пробуем бросок сделать. Нога. Он уже не бросит. В этот момент мне надо вот это все освободить. А попробуйте бросить. Не уверен. Вместе с жителями обучался приемам восточных единоборств лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк. Мы организовали этот мастер-класс в рамках проекта «Сила России». Его задача – показать, что сила россиян кроется в том числе в любви к спорту и здоровью нации. Мы решили показать и детям, и взрослым приемы, которые помогут правильно защитить себя при необходимости. Занятия на мастер-классе оказались не только полезными, но и очень веселыми. Принять участие мог любой желающий. Кирилл Петухов, новости Химки ТВ. Thank you.